Всем привет! Сейчас я вам покажу, как с помощью вашего телефона создать Apple ID. Вам нужно только повторить все действия за мной. Заходим в поиск и пишем Google. Скачиваем приложение, если у нас еще оно не было установлено. Нажимаем «Создать Apple ID». Пишем почтовый ящик, на который еще не был зарегистрирован ни один Apple ID. Пароль состоит из 8 символов, одна заглавная латиницей. Выбираем страну. И ставим галочку, то что с условиями согласны. Нажимаем «Далее». Заполняем данные, можете как у меня. Отвечаем на вспомогательные вопросы в случае, если мы забудем пароль к нашему Apple ID. В форме оплаты ставим галочку «Как у меня» и начинаем заполнять данные. Все эти данные вводите «Как у меня». Все данные для регистрации будут под видео в описании. Если у вас что-то не получается и у вас выходит ошибка, напишите мне в контакт. Ссылка на мой контакт находится в описании. Также не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. После того, как заполните все данные, нажимаем «Далее». Теперь нам нужно зайти на почтовый ящик . Скопировать этот код и вставить в эту строку. Теперь наш Apple ID готов. Теперь мы можем скачивать приложение для данной страны. Надеюсь, мое видео было полезным для вас. Ставим лайки и подписываемся на мой канал. Спасибо за ваше внимание.